Здравствуйте, ребята. Здравствуй, Афоня. Здравствуй, Ерошка. Здравствуйте, Катя. Привет, ребята. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, ребята. А что это вы здесь инструменты разбросали? Это же вам не игрушки. А мы не играем. Мы собираемся заняться очень серьезным делом. Вот, мяу. Так, столько инструментов. И что же это вы собираетесь делать? Наверное, что-то своими руками смастерить. Конечно, не какой-нибудь пустяк. Пустяк каждый сделать может. А большую, нужную вещь только хороший мастер, вот. А ты, Афоня, хороший мастер? Конечно, конечно, я вообще очень хороший мастер. Я вот в этом не уверен. Это почему это, а, Ерошка? Потому что сначала надо научиться, а уж потом браться за дело. Вот так. А зачем? Зачем мне учиться? Я сам любого научу. Вот. И что же ты, Афоня, собирался сделать? Я собирался сделать буфет. Какой буфет? А вот такой большой буфет. А про то, какой буфет хотел сделать Афоня, у меня для вас есть стишок. Послушайте его. Сейчас я вам его прочитаю. Смастерю я вам буфет, простоит он сотню лет. Вытешу из елки новенькие полки. Наверху у вас сервиз, чайная посуда, а под ней просторный низ для большого блюда. Полки средних этажей будут для бутылок. Будет ящик для ножей, пилок, ложек, вилок. Вот именно такой буфет я и хочу сделать. И у меня все для этого есть. Вот все инструменты. Сейчас я этот буфет быстренько сделаю. Так. Так. Так, вот еще немножечко. Вот еще. Вот так вот. И вот еще. Ну вот. Пила застряла. Застряла. Ни туда, ни сюда. Потому что пилить ты не умеешь. Пилить не умею. Ну что, пилить не умею, но все же остальное-то я умею делать. Я лучше вместо буфета сделаю что-нибудь другое, вот, более нужное. Интересно, что? Не достался нам буфет, сколочу я табурет. Не хромой, не шаткий, чистенький да гладкий. Вот, табурет. Табурет, он нужнее, чем буфет. Ничего, ничего у тебя не получится. Только гвозди все переломаешь. Ок, получится. Как ударил молотком, гвоздь свернулся червяком. Забивать я стал другой, да погнулся он дугой. Третий гвоздь заколотил, шляпку на бок своротил. Фух, ох, это, Катя, что это, про меня, что ли? А про кого же еще? Ой, а ладно, а может быть, нам табурет и не нужен? Может быть, на стульях даже удобнее сидеть? Угу. Да, на них удобнее сидеть. Ты, Афоня, только хорошие доски поломал. Вот так вот. Вот. Я Я их совсем немножко поломал. Понятно? И между прочим, как раз так, чтобы из них получилась рама для рисунков, которые присылают нам ребята. Сейчас я эту раму и сделаю. Так. Будет рама у меня с яркой позолотой. Заглядится вся родня на мою работу. Так. Вот смотрите. О,
Афоня! Тут ты смеешься, Ерошка! И кто из ребят захочет в такую кривую раму вставить свои рисунки? Правда, Катя? Ты прав, Ерошка. Ничего у меня не получается. А знаешь почему, Афоня? Потому что перед тем, как сделать что-то, нужно сначала научиться. Вот. Эх, я и научусь. Я обязательно научусь. А потом сделаю буфет, мяу, табурет и раму для рисунков. А вы, ребята, нам рисунки присылайте, я для них хорошую сделаю рамочку, не кривую. Ребята, действительно, напишите нам, что вы уже умеете делать и как вы этому научились. А сейчас давайте прощаться с малышами. Пока, ребята, пока. До свидания, мальчики и девочки. До новых встреч. До свидания, друзья.